Древняя китайская мудрость гласит: если ты не уверен в своем превосходстве, сделай вид, что ты сильнее врага. Авиации пролет самолетов становится самой зрелищной частью традиционных военных парадов. Стройные ряды крылатых машин впечатляют и завораживают. Авиационные праздники становятся показателем величия и могущества державы. В конце 40-х, начале 50-х годов воздушными парадами над Красной площадью командовал человек, чью фамилию, благодаря отцу, знал каждый гражданин Советского Союза. На флагмане командующий воздушным парадом гвардии генерал-лейтенант авиации Василий Иосифович Сталин. Второго сентября 1955 года военной коллегии Верховного суда СССР Сталин Василий Иосифович осужден к 8 годам лишения свободы за антисоветскую агитацию и злоупотребление служебным положением. 3 января 1956 года доставлен в тюрьму номер 2 управления МВД Владимирской области. Мая 1952 года должен был состояться очередной воздушный парад над Красной площадью. Метеосводка дала нелетную погоду. Нависли свинцовые непроницаемые тучи, моросил мелкий дождь. Однако командующий авиацией Московского округа Василий Сталин, который к тому времени провел уже 12 воздушных парадов, отдал приказ всем частям взлетать и идти по расчету времени на Москву. Звонит Вася Сталин: что у тебя? Я говорю: 70 метров. При такой погоде взлетишь? Я говорю: взлетит. Я взлечу, соберу дивизию. Долгушин Сергей Федорович, генерал-лейтенант авиации, герой Советского Союза. В феврале 43-го года принимал участие в воздушных боях вместе с Василием Сталиным в качестве ведущего летчика. 1 мая 52-го года командир 56-й авиадивизии. А дивизии по 45 самолетов в каждом полку. Это не просто каких там 20. Я говорю: если не будет ухудшения видимости, не будет снегопада или тумана, я говорю, то все будет нормально. Я все рассчитал. На крыше гостиницы «Москва» был установлен командный пункт. В поселке Куркино – контрольный пункт. Оба пункта вели контроль полетов, вводили коррективы, знали метеосводку и понимали, что в этот раз воздушный парад нужно отменять. Однако от Василия Сталина пришло распоряжение работать по плану. Это был огромный риск, но ослушаться командующего никто не посмел. В детстве Василию позволялось многое. Избалованный придворными воспитателями, он боялся только отца. Но занятый государственными делами Иосиф Сталин редко находил время для воспитания сына. Вася быстро понял это и делал почти все, что хотел. Он играл в футбол в совхозе с деревенскими ребятами. Микоян Степан Анастасович, генерал-лейтенант авиации, герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР. С февраля 43-го года летчик-истребитель 32-го гвардейского авиаполка под командованием Василия Сталина. Ну и вот были такие случаи: подкует кого-нибудь, знает, что ему ничего не будет. Вот такие вещи он мог делать. Ножку подставить, подковать. Несмотря на занятость, Иосиф Сталин все же пытается воспитывать сына. Наказывает, пишет письма учителям, обещая свою поддержку. Он даже грозит Василию взять вместо него 3 хороших мальчиков. Но все бесполезно. С кавказским темпераментом Васи справиться никто не в силах.
Он может запросто сбежать с уроков и на велосипеде через всю Москву отправиться на центральный аэродром смотреть на самолеты. В конце 30-х авиационный бум захватывает весь мир. Знаменитые летчики и летчицы становятся народными кумирами. Американцы Чарльз Линдберг и Амелия Эрхарт поодиночке пересекают Атлантику, а Ричард Берт пролетает над Южным полюсом. За штурвалом самолета летают король Англии Георг VI и сестра королевы Елизаветы. Великий дуче, фашистский диктатор Италии Бенито Муссолини, сам управляет военным самолетом. Известная спортсменка Маргарита Росенская, Людмила Панасенко и Диана Уральская покажут свое искусство в полете на планерах. Парады были необходимы. Роценская Маргарита Карловна, летчица-планерист, заслуженный мастер спорта СССР, участница 7 авиационных праздников в Тушино, за полеты на парадах награждена орденом Красной Звезды. То есть они воодушевляли людей, ведь это переполненный был аэродром. Толпа была людей, да и не толпа, а просто все было с людьми занято. Планировались вещи даже по нынешним временам уникальные. Демин Анатолий Анатольевич, старший научный сотрудник Института естествознания и истории техники, автор серии статей «Праздники в небесах». Самолеты планировали сбрасывать цветы для того, чтобы их вручить стоящим на трибуне вождям. Самолеты планировалось вести передачу с поздравлениями по радио. В своем стремлении удивить публику организаторы иногда проявляли чудеса фантазии. Летом 1934 года на воздушном празднике в Тушино решили выступить с необычным поздравлением правительству. В воздухе музыканты должны были исполнить авиационный марш. Оказавшись под куполом парашюта, музыканты настолько перепугались, что не смогли издать ни звука. Впрочем, ничего не подозревающие зрители радостно аплодировали, встречая парашютистов. Придя в себя только на земле, музыканты заиграли джаз вместо торжественного марша. В 1937 году Василий Сталин переходит в 9 класс спецшколы с артиллерийским уклоном. Но в школе ему скучно и неинтересно. Он хочет неба и славы, как Чкалов, Громов и Байдуков. В октябре 1938 он сбегает подальше от формул и уравнений в Качинскую авиационную школу. Но вернемся к событиям 1 мая 1952 года. Комдив Долгушин собирает личный состав дивизии и дает последние указания перед взлетом. Подходит время взлета. Взлетаю. Все как по плану. Вижу, как третий пункт взлетит, подстраивается. А все идут по секундам. Появление на Красной площади плюс-минус 5 секунд. Первым взлетает и точно проходит над Красной площадью сам Василий. За ним следует дивизия Ту-4. По плану, за Ту-4 над площадью должны были пройти бомбардировщики Ил-28. Видимость резко ухудшается. Самолеты Ил-28 проходят под облаками вокруг Москвы до Куркина, снижаясь до 40 метров. Долгушин выходит точно по времени на контрольный пункт и видит, что догоняет Ту-4. В это время Борис Морозов, который находится на командном пункте в Куркино, говорит: «Беркут, не торопись, меня только длинные проходят. Они у меня на носу». Говорит: «Так они у меня, вот они, на носу. Под них я не могу пролезть, потому что моя колонна идет с превышением, с небольшим. Такую мясорубку можно устроить». На земле начальник контрольного пункта принимает решение. Беркут, всем разворот на 45 градусов и уходить домой. Но поздно, началась, как говорят в авиации, каша. Если самолеты столкнутся над Красной площадью, погибнут сотни людей, пришедших на демонстрацию.
Воздушным парадом над Красной площадью уделялось особое внимание сверху. Наркомат по военно-морским делам отвечал за подбор летных кадров и аэродром. Железнодорожники – за доставку новой техники. Наркомат здравоохранения обеспечивал медобслуживание участников. Аппарат НКВД проверял каждого летчика лично. Авиапарадом присваивался статус мероприятия государственной важности. Парад считался еще и способом поощрения лучших, ведь отбирали лучшие части, лучшие самолеты. Котельников Владимир Ростиславович, кандидат технических наук, доцент МАИ, ответственный редактор журнала «Авиаколлекция». После посадки комсостав ожидали билеты на банкет в Кремль. Это было традицией. Естественно, надо было стимулировать из производственников. И вот в переписке, например, там директор завода пишет, вот он просит отпустить там 600 пар женской обуви, там столько-то метров сукна, там ситец на женские платья, просит отпустить сверх карточек там столько-то бутылок водки и там столько-то бочек виноградного вина для поощрения лучших производственников. В 30-е советский народ жил бедно. В деревнях голодали, в городах продукты выдавались по карточкам. Однако на авиационные парады государство денег не жалело. Это было зрелище, которое зачастую заменяло хлеб. Государство должно было отчитаться за потраченные деньги. А у нас-то в квадрате мы ведь тратили на военные цели гораздо больше, чем любая другая страна в процентном отношении. Колбасы в стране не хватало. Где колбаса? Да вот куда деньги потрачены, вот она, над вашими головами. Над Красной площадью выходило, скажем, до 200-300 тяжелых бомбардировщиков. Это тогда, когда их ни у кого не было. Во Франции было две эскадрильи. Американцы начали в 1937-м с 4 самолетов создавать свою тяжелобомбардировочную авиацию. А мы могли выставить до 600 ТБ-3. Авиация была гордостью Иосифа Сталина. Когда Вася в очередной раз проявил характер, твердо решив стать летчиком, отец возражать не стал. Прибывает он в училище, начальник училища комбриг Иванов дает телеграмму. Ваш сын Василий прибыл в Качинское училище летчиков-истребителей, комбриг Иванов. Прокопенко Федор Федорович, герой Советского Союза, заслуженный военный летчик СССР. В 1940 году инструктор Качинского летного училища. С 1942 года принимал участие в воздушных боях вместе с Василием Сталиным. Ответ. Использовать на общих основаниях курсанта Сталин. А он уже помещен в отдельную комнату в казарме, в хромовых сапожках, в гармошку, в американском костюме и так далее. Первоначальное обучение на самолете По-2 Василий летает с парашютом. Весь мир на учебных самолетах обучаются без парашюта. Кроме того, инструктор без парашюта, а курсант с парашютом. Ему это не нравится. Он требует, что не надо ему парашют. Из летно-строевой характеристики курсанта Сталина. Может учиться отлично, но мало оценивает теоретическую учебу. Недооценивает мелочей в технике пилотирования. Воинская дисциплина хорошая, но имела ряд нарушений. Опоздание в учебно-летное отделение, выход на полеты небритым, пререкания со старшиной группы. Несмотря на устав, 19-летний Василий ведет себя довольно свободно. Он ездит в Севастополь развлекаться, частенько выпивает. И все же, несмотря ни на что, в марте 40-го года курсант Сталин сдает выпускные экзамены на отлично и получает звание лейтенанта. Его фамилия Сталин, и этим все сказано. 1 мая 52-го года над Красной площадью ощущается беспокойство. Василий Сталин нервничает, но изменить ход событий уже не может. Самолеты Долгушина явно опаздывают. Подхожу к Калининграду, а там же стоят круги вышки-то, трубы,
А я-то иду, понимаете, на 40 метров. Я-то их не замечу, эти трубы, понимаете. И все, думаю, я набью тут. И даю команду. Ребята, в моей команде за облака. Я вот свидетель. Я на земле был в это время, на площади. Я хорошо видел, я стоял в недоумении. Прошли Ту-4, и больше самолетов нет. Время идет, самолетов нет. Я же знаю, что должны быть Ил-26, их нет. Следом за фронтовыми бомбардировщиками Долгушина над Красной площадью должна была пройти дивизия истребителей МиГ-15 под командованием Алексея Микояна. Ну и брат мой шел, он первым вел первое звено, и говорит, вижу, мы идем впереди самолеты, которые на меньшей скорости идут, Ил-28. И брат говорит, я с его слов рассказываю, я взял от ворот, взял плавно вправо, еще до подхода к Москве, вся колонна за ним пошла. Потом я решил, что уже достаточно отстал, опять довернул влево, опять вижу самолеты перед носом, опять взял вправо. И потом снова уже стал доворачивать на Москву, когда Ил-28 ушли, а он уже в Москве. Смотрю через этот самый музей исторический. Нет. Вдруг смотрю слева. Идет первое звено и в крене. Уже выворачивает на площадь. И он сумел вывести из крена уже даже после, по-моему, исторического музея. То есть он прошел по прямой, только уже перед мавзолеем. Василий Сталин берет курс на центральный аэродром. По докладам подчиненных он понимает, что в небе творится что-то из ряда вон. Проведение воздушных парадов всегда было связано с риском. Часто поводом для опасений становился не только уровень мастерства пилота, но и ненадежность авиационной техники. Вся эпопея с созданием советской военной авиации и проходила в постоянной гонке со временем. Все время надо было успеть сделать раньше, сделать лучше, сделать больше, сделать быстрее. В апреле 32 года специально к Первомайскому параду торопились выпустить первую серию самолетов ТБ-3. Их показу на Красной площади придавали первостепенное значение. В то время этот громоздкий, неуклюжий самолет с гофрированной, как стиральная доска, обшивкой считался летающей крепостью. Машины были практически небоеспособны. Там была куча всяких дефектов. И в частности, на машинах текли радиаторы. Никак не могли добиться, их перепаивали, меняли. Но времени оставалось очень мало, поэтому приняли очень простое решение. Лететь было нельзя. Не выполнить правительственное задание, тем более. В итоге на машину поставили по 50 бидонов с водой и посадили по 4 техника в крыло каждой машины. Воду в радиаторы подкачивали ручными помпами. К всеобщему восторгу 10 ТБ-3 гордо прошли над Красной площадью. Самый, пожалуй, неприятный случай был... По-моему, на 1 мая 1936 года, когда у самолета ТБ-3 при пролете над Масловкой, где шла в это время демонстрация, стояла толпа зевак, развалился двигатель. И двигатель оторвался от моторамы и, распадаясь на части, упал вниз. В результате падения двигателя погибло 4 человека и было ранено 6. Экипаж приземлился на запасном аэродроме и был тут же арестован. Случившееся поначалу оценили как диверсию. Однако после расследования экипаж признали невиновным. Трагедия была результатом конструктивной недоработки. Ситуация с аварийностью не раз обсуждалась в Кремле. В конце марта 41 года на совещании у Сталина главком ВВС Павел Рычагов позволил себе высказаться по этому поводу. Начальник главного управления ВВС РККА буркнул фразу, которая стоила ему и карьеры, и жизни. Это аварийность и будет такой, потому что вы заставляете нас летать на гробах. С
Сталин насупился, сказал один раз: «Вы не должны были так сказать». Потом походил, покурил, еще раз сказал: «Вы не должны были так сказать». И на 2 недели все замерло. Через полгода, 28 октября 41-го, Рычагов был расстрелян в Куйбышеве вместе с женой без суда и следствия. Качество самолетов оставляло желать лучшего. Но создание самых многочисленных в мире ВВС было делом государственной важности. Фактически все 30-е годы прошли под девизом, что мы должны быть готовы к войне. Что, хотя своей, чужой земли мы не хотим ни пяди, но ведь концепция о приближении мировой революции и освободительного похода ее ж никто не отменял. В июле 36 года в Испании генерал Франко возглавляет фашистское восстание. В ставке фюрера принимается решение оказать военную помощь мятежникам. Согласно секретному плану X, в поддержку антифашистам Москва отправляет оружие и военную технику. Всего за период военных действий в Испании Советский Союз поставляет 627 самолетов разных типов. И все же 23 марта 1939 года генерал Франко одерживает победу. Это событие отмечается воздушным парадом в Мадриде. 63 фашистских самолета складывают в небе имя мятежного генерала. В конце 30-х авиапромышленность Европы приступает к производству нового поколения боевых самолетов. На фоне нарастающей напряженности Советский Союз не может оставаться в стороне. В 1940 году появляются опытные образцы истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Все они проходят проверку воздушным парадом. Убедительно демонстрируя свою мощь, в том же 40-м СССР занимает Прибалтийские республики, Бессарабию и Северную Буковину. Германия к тому времени уже ведет наступательную войну. Неизбежность нашего участия в этой войне почти очевидна. На фоне этих событий молодой выпускник, лейтенант Сталин, прибывает в 16-й истребительный Люберецкий авиаполк, который считается придворным гарнизоном. К тому времени отношения отца и сына становятся прохладными. Единственная тема для беседы – авиация. Перед убытием в полк он в новенькой летной форме заезжает в Кремль. На пути в кабинет Сталина ему встречается Ворошилов, который бросает фразу: «Вот он, сталинский сокол». Отец, встретив сына, дает пару сухих напутствий и склоняется над документами. Я потом узнал, что для него же специально сделали самолет. Его направили в эскадрилью, которая обучалась на И-15. Я потом учился там на И-16. Для И-16 был двухместный самолет УТ-4. А для И-15 двухместного самолета не было. Он более простой вообще по пилоте. Но для Василия Сталина специально сделали двухместный самолет. Сталин-старший всегда хотел видеть в сыне образованного военного. Однако Василий всякий раз отнекивался: «Ты сам-то академии не кончал, вот и я обойдусь». Тем не менее, в сентябре 40-го года Василий под нажимом отца поступает в военно-воздушную академию. Но вскоре бросает учебу. Учиться слишком долго. Командиром можно стать и за несколько месяцев. В декабре 40-го Василий поступает на липецкие авиационные курсы командиров эскадрильи. Однако летать наравне со всеми Василию запрещают. Это раздражает лейтенанта Сталина, и он бегает по кабинетам, доказывая, что должен летать, как все. Летал он, конечно, хорошо. С точки зрения качества летных он хорошо летал. Но он очень спортивный был. Спортивный. На автомобиле он ездил прекрасно. Ну, гонял, конечно, очень, но ездил хорошо. И летал он хорошо. 4 марта 41 года Василий пишет отцу: «Летаем на старых машинах без охоты, а лишь для того, чтобы выполнить задание.
Надоело летать на старых, когда есть новые машины. Непонятно, кем мы будем командовать. Ведь к июню месяцу большинство частей будет снабжено новыми машинами. А мы, будущие командиры, не имеем понятия об этих новых машинах, а летаем на старье. Василий был прав. Подготовка многих летчиков была слабой. В первую очередь тренировку проходили те пилоты, которые готовились к воздушным парадам. Для пилотов Люфтваффе участие в параде не считалось главным делом. Основным занятием была все же боевая подготовка, что, впрочем, не мешало им сохранять парадный строй на авиационных праздниках. Так же, как и в СССР, парады проходят в Германии по всей стране. Идеологом воздушных представлений становится главнокомандующий Люфтваффе, летчик Первой мировой войны и старый друг Гитлера по партии Герман Геринг. Как сказал фюрер, прилежная работа – это мощь нации. Наша работа – это немецкие Люфтваффе. Это обязывает нас. Да, мы будем нести эту вахту во имя фюрера, во имя народа. В Берлине 1 мая, день солидарности трудящихся, отмечался грандиозным парадом. Германия маршировала, гремела гусеницами танков, гудела моторами самолетов. Проплывающая в небе свастика символизировала мощь и непобедимость Третьего Рейха. Любому, кто смотрел на это праздничное шествие, становилось ясно – Германия вскоре начнет действовать. Раскрыв железные объятия, винтами вихрей в небо хлынув, взлетает наша авиация неисчислимой стаей клиньев. Она готова встретить вылазки на всех высотах, всех границах, чтоб килограммом ворошиловским врага заставить с неба смыться. Советская авиация, как и вся страна, к войне оказалась не готова. В первый же день мы потеряли более 1000 самолетов. Но тогда, в 41-м, мы продолжали демонстрировать свое лицо. Когда под Москвой ситуация была критической, когда весь дипкорпус был эвакуирован вместе с рядом правительственных учреждений в Куйбышев, необходимо было демонстрировать и стойкость советской армии, и мощь советских вооруженных сил. Для участия в воздушном параде над площадью имени Куйбышева из запасных полков и бригад было собрано все, что могло летать. Далеко не все машины были оборудованы рациями. Команды ведомым ведущие самолеты отдавали, покачивая крыльями. И тем не менее, проход был безупречен. Всего над городом 7 ноября 1941 года пролетело около 700 самолетов разных типов. Ворошилов улыбался и с достоинством пожимал руки изумленным иностранцам. Первого мая 1952 года Василий Сталин приземляется на центральном аэродроме. Но история этого злополучного дня продолжается. Самолетом Долгушина, пролетевшим мимо Красной площади, еще предстоит совершить посадку. Запрашиваю, что же мне делать? Все молчат. Никто. Центральный командный пункт был есть. Все молчат. Запрашиваю Куркина. Молчит. Запрашиваю вышку Москвы. Молчит. Тогда я разозлился матом. Что ж вы делаете? Туды-то ваши были туды. Ведь мне же придется 50% самолетов отвезти на болото и бросить. Для ухода на запасной аэродром топлива явно не хватало. Дать команду на катапультирование и бросить самолеты в болото было равносильно самоубийству. Долгушин принимает решение садиться при почти нулевой видимости. Понял.
моментально сели. Докладывают. Столько самолетов село. Одного нет. В это время подходит ко мне начальник СМЕРШ. Вот подходит товарищ полковник. Самолет упал вот тут. На посадку, когда заходил. Долгушин едет на место катастрофы, где почти сразу устанавливают причину трагедии. На посадке летчик по ошибке выключил правый двигатель. Один инженер, генерал-лейтенант, это из инспекции, с таким пломбом, товарищ Долгушин. Ну что ж вы выпустили неподготовленного летчика? И как я не сдержался? Зубами заскрипел, генерал, я и сам не подготовлен летать в таких условиях. Приказ 32-летнего генерал-лейтенанта Василия Сталина на вылет при плохих метеоусловиях стал последним для погибшего летчика. Головокружительная карьера Василия берет свой старт в начале войны. 30 декабря 1941 года Василию Сталину присваивают звание майора, минуя капитана. А через год звание полковника, минуя подполковника. На момент издания приказа о повышении молодому полковнику исполнился 21 год. Когда как раз были в инспекции, еще до Северо-Западного фронта, там был один полковник, еще с царских времен, который его еще учил на курсах Василия. И вот в кабинете, это было при мне, что-то он его ругал за что-то, тот стоял по стойке смирно, полковник пожилой, а Василию было 22 года. Он на него разозлился и бросил пресс-папье. Правда, не попал, но бросил в его сторону пресс-папье. Вот он мог это сделать и побить мог. А в то же время мог товарищам, подчиненным, как с товарищем там, часы отдать свои. Нет, у тебя часов, возьми. Тоже мог. В феврале 43-го года Василий становится командиром 32-го гвардейского истребительного авиаполка. Он лично формирует полк, приглашает своих друзей по Качинской школе и лучших военных летчиков страны. Он командир полка, я командир эскадрильи. Он летчик сильный, но он не боевой. Он не взял на себя, понимаете, водить полк или эскадрилью. Я водил. Летом 43-го группа Долгушина в количестве 8 самолетов вылетает на прикрытие наземных войск. Вдруг неожиданно в небе появляется около 20 немецких истребителей. Завязывается бой. Погнавшись за одним из немцев, Василий не замечает, как в хвост ему заходят два Фоки-Вульф 190. Недолго думая, Долгушин бросает свой истребитель на перерез немецким и длинной очередью отсекает их от самолета командира. Сразу же после боя фронтовые товарищи фотографируются на память. Василий по-дружески обнимает своего ведущего. На момент съемки молодым героям чуть больше 20. Я же не знал, у кого убивают. Когда подошел, убил 12-й номер. И вот так. А если бы его убили? Жизнь сына вождя была делом государственным. В 43-м году конструктор Яковлев передает Василию персональный истребитель. Через год после войны, свой 25-й день рождения, Василий встречает, будучи уже самым молодым генерал-майором в истории отечественных ВВС. В том же году возобновляются воздушные парады. В 47-м Василий помощник командующего ВВС МВО, а уже через год, 18 июня 48 года, он сам возглавляет авиацию Московского округа. По традиции, специально для Василия серийный Ту-4 переоборудуют в летающий штаб с комфортным кабинетом. Став командующим, Василий бросается в гущу дел. Он создает спортивные команды по футболу, мотокроссу, плаванию, конному спорту. Занимается строительством коттеджей для летчиков.
Но, пожалуй, самым любимым делом становятся авиационные парады. Он правит своей империей, империей авиации, где хоть на полтора часа чувствует себя императором. Когда он такую работу выполнял, он очень серьезно выглядел. По-деловому, серьезно, решительно. Смелый был в решениях человек. Подготовка к воздушным праздникам занимала около 2 месяцев. Участники парада жили в палаточном городке вдалеке от дома. Во время очередной репетиции у планеристки Маргариты Роценской неожиданно заболела дочь. Я пришла, конечно, к кому? К самому главному, чтобы меня отпустили. Он говорит, ты ведущая, нечего бабам в авиацию лезть. Надо быть или мамами, или летчиками. Ты вот летчик, вот и сиди. Отлетаешь генеральную репетицию, можешь идти тогда. Через 2 дня, приехав домой, она узнала, что дочь умерла. Весной 48 года генерал-майора Василия Сталина награждают очередным орденом Красного Знамени за отличную подготовку и проведение Первомайского парада. 11 мая 49 года постановлением Совета министров за номером 1880 Василий становится генерал-лейтенантом авиации. В это время он летает на флагманском Ту-4, все чаще на месте второго пилота. В основном он позирует перед кинокамерами. Помимо страстного увлечения спортом, в его жизнь уже крепко вошла страсть иного порядка, успевшая стать за годы войны болезнью. Даже в те годы, вот 42-го я у него бывал часто тогда, в 43-м на фронте тоже, ест беспорядочно, очень мало, почти ничего. Так положит что-то на тарелку, ковыряет вилкой, а пьет регулярно. 15 мая 52 года заместитель председателя Совета министров Булганин собирает в своем кабинете совещание по поводу трагедии на параде. Командующий ВВС МВО Василий Сталин в Кремль не является. Первым в тот день с докладом выступает командир 56-й авиадивизии Сергей Долгушин. Коротко доложил вам, да, попали вы в условия. Досталось вам. Ну, товарищ Долгушин, ну нельзя же так материться-то. Ну, я сам матерюсь, но такого мата. Я, товарищ маршал, я всю войну провел. В какие только драки не попадал. Я решил, было нормально. А тут я сажусь, и у меня в голове, сколько самолетов придется бросить. И вот я, у меня течет вода. Из-под вот шлемника, через лоб, заливает мне, заливает. Я говорю, у меня в жизни такого не было. Результатом совещания становится строгий выговор главкома ВВС Жигареву и министру обороны Василевскому. Действия полковника Долгушина признаются правильными. Для Василия разбор полетов заканчивается легким испугом. Наказание не последовало. Через 1.5 месяца, 27 июля 52 года, он снова командует военным отделением авиационного праздника в Тушино. Именно этот, 13-й по счету парад, и становится для Василия последним. На репетицию Василий приходит пьяным. Он пытается командовать, но его незаметно отключают от эфира. Указания летчикам отдают его заместители. И все же сам парад Василий проводит удачно. После 3-го отделения Василий является к отцу на банкет, будучи уже в сильном подпитии. В ответ на замечание главкома Жигарева, Василий при всем политбюро обматерил его. Терпение отца лопнуло. Генерал-лейтенант Василий Сталин был отстранен от должности. С момента отставки Василий пьет почти полгода. Может быть, впервые за многие годы он понимает, что он никто. Никто без отца. Как-то раз он сказал своей первой жене: «А ты знаешь, Галка, я живу, пока жив отец».
5 марта 1953 года умирает Иосиф Сталин. В почетном карауле стоят Маленков, Берия, Булганин. Среди них дети вождя Светлана Аллилуева и Василий. Проходящая мимо гроба старуха бросает фразу: «Убили, сволочи, радуйтесь». Василий не в силах сдерживать горе. Вытирая слезы, он постоянно шепчет на ухо сестре, что отца залечили. Вся страна прощалась с вождем. Василий хоронил своего отца. После похорон Василий продолжает упорно твердить, что отца убили. Борьба за власть в Кремле выходит на новый виток, и сын вождя, распускающий подобные слухи, становится просто опасен. 27 апреля 1953 года Василий был арестован. Через 2 дня после ареста его поместили во внутренней тюрьме Лефортово. Следствие длилось более 2 лет. Обвинений накопилось столько, что хватило бы на 10. Основными были антисоветские высказывания и разбазаривание государственных средств. Он не может поверить. Атакует правительство письмами, полными отчаяния. 2 сентября 1955 года выносится окончательный вердикт. 8 лет тюрьмы. За годы заключения здоровье Василия сильно пошатнулось. Он постарел и отпустил усы. Но власть не хочет смерти сына вождя в тюрьме. В 60-м году Василий добивается личной встречи с Хрущевым. После беседы в Кремле он выходит на свободу. Ему возвращают награды и воинское звание. Но местом жительства определяют Казань. Подальше от московской суеты. В 62-м году, почти всеми забытый и окончательно подавленный, он умирает. В возрасте 42 лет. Более 40 лет над Красной площадью не пролетал ни один самолет. 12 июня 2003 года, в день суверенитета России, на главной площади страны состоялось красочное шоу. Кульминацией праздника должен был стать проход 10 сверхзвуковых истребителей. Самолеты ожидались с последними аккордами государственного гимна, но он прозвучал раньше, чем было намечено. Летчики вели свои машины точно по расписанию, плюс-минус 2 секунды. Но пилотажную группу ждать не стали. Грянул салют. В воздух взметнулись гирлянды воздушных шаров. В небе любой посторонний предмет представляет для самолета огромную опасность. С командного пункта прозвучал приказ принять вправо. В итоге истребители прошли не над площадью, а почти над Кремлем. Впрочем, рядовые граждане ничего не заметили. Заходим на нос. 661-й. Не заходи за полосу, я же сказал.